Сейчас минут за 10, за 15 я заработала $30, с учетом того, что у меня сделка всего $10. И знаете, в чем прикол? Что так может каждый из вас. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я расскажу вам прям по шагам, как зарабатывать на сайте Pocket Option. Ссылочку на сайт я оставлю в описании и напишу промокод на пополнение на первое. Но первое, что я вам рекомендую сделать, это просто зарегистрироваться и протестить это на демо-счете. Не надо сразу пытаться там заработать миллионы, сначала проверяйте эту стратегию на демо-счете, и если вас устроит результат, тогда уже можете по минималочке попробовать на ней заработать. По минималочке, например, для меня, я вот там... полчаса назад поторговала, открывалась по $10. Для меня такая минималочка. Для вас это может быть $1 или 100. У каждого как бы разные запросы и разные объемы карманов. Эта стратегия, она вообще тоже для новичков. То есть эта стратегия не требует какого-то анализа, не требует каких-то знаний. Она, так скажем, автоматическая. Из разряда увидели сигнал, поставили. Поэтому вы должны понимать, что все равно в перспективе вам нужно научиться торговать самостоятельно. И как это сделать безрисково, бесплатно и действительно с результатом? Конечно же, вступить в мою команду. Там, где я даю сигналы, если вы сливаете по ним, я возвращаю вам депозит. Там, где я бесплатно вас обучаю, то есть даю доступ к мини-курсу с конкретной стратегией, как торговать самостоятельно, самостоятельно зарабатывать. И там, где вы получаете возможность получить от меня до $10 000 на свой депозит. В общем, если вам это интересно, ссылочка на бота будет в описании. Переходите, смотрите условия и подавайте заявку. Если уж на таких условиях вам это не интересно, то вообще не суетесь на БО. Кто-то из вас скажет, что ты там реферальщица и так далее. Да, я зарабатываю на реферальных ссылках. Как раз после вот этого видео я планирую снять видео про то, выводят ли вам, если у вас нет YouTube-канала, типа, сколько я зарабатываю на рефералке, на чем я зарабатываю и так далее. Возможно, когда вы смотрите это видео, возможно, у меня про рефералку есть уже видео на канале, поэтому посмотрите. В общем, ладно, давайте перейдем к сути. Вы такие, зарегистрировались на БО, вы узнали об их существовании. Итак, а что делать дальше? А дальше вы переходите на сайт, и ваша задача понимать, куда нам надо открыться, на какое время, какой суммой и какие свечи смотреть. То есть, какое значение вот здесь выставлять. Все очень просто. Куда открыться, нам помогает индикатор Parabolic SAR. Нам надо просто включить этот индикатор на площадке и дальше уже смотреть, что у нас происходит на графике. В чем суть? Смотрите. Вы видите вот такое вот движение, и дальше, когда у нас появляется первая точечка снизу, мы открываемся на повышение. Сейчас расскажу, на какое время и так далее. Вот. То есть только первая точечка появилась, вы сразу кликнули вверх. Только у вас первая точечка появилась, вы сразу кликнули вниз. Только у вас первая точечка появилась здесь, вы сразу кликнули вверх. Сейчас на площадку перейду, покажу, как включить этот индикатор. Но давайте пока запишем такие моменты. Открываемся мы на 1 минуту. То есть время экспирации, время сделки у нас 1 минута. Все. Сумма тут каждый выбирает для себя. То есть я говорю, вот там полчаса назад я торговала по $10. Вы сначала пробуете это все на демо, потом там пробуйте по $1, а дальше сами как хотите. То есть не надо полагаться только на ту информацию, которую я говорю, тоже включайте свою голову, и для того, чтобы действительно зарабатывать по этой стратегии, вам надо это все потестить. То есть рекомендую выбирать сумму сделки $1. Здесь таймфрейм мы выбираем минутный. Так, смотрите, удалю сейчас этот индикатор и расскажу, как это все поставить. Вот здесь вы накликали себе там очень много активов. Просто кликайте, кликайте, кликайте. Далее вы ставите вот здесь таймфрейм 1 минуту. Вот, конкретно вот сюда. У вас может стоять такой, у вас может стоять такой. Вам нужен минутный. Далее нам надо включить наш индикатор. Вот, Parabolic SAR. Мы просто на него нажимаем, и он автоматом появляется на каждом графике. Теперь нам надо выставить время сразу 1 минуту. Просто, чтобы когда увидели ситуацию, сразу открыться. И выставляете сумму сделки. Опять же, кто какую хочет. Все, мы подготовились. Теперь вы начинаете просто кликать по разным активам. И искать ситуацию, где есть только 1 точечка. Вот таким образом. Сейчас дальше я включу видео, как раз таки, как я поторговала. Как это все работает. Ну, сделок 5 в день вы таких можете совершать, потому что больше вы просто устанете вот так кликать и выжидать ситуации. Идеально будет, конечно, если вы прям будете выжидать, чтобы эта точечка только появилась и вы открылись. Это будет идеально. И поэтому ловите те моменты, когда вы начинаете психовать, ловите те моменты, когда вам хочется быстрее открыть сделку. Просто поверьте в то, что иногда, чтобы заработать, надо выждать немного времени. Я думаю, что каждый из вас может потратить 180 секунд,
на то, чтобы просто посидеть и подождать точку для входа, чтобы не лепить там кучу сделок. Вот. Я надеюсь, что вам эта информация понятна. Дальше включаю видео с торговлей. Так, точечка, минута у меня на повышение. Блин, но получилось так, что открылась сейчас на второй точечке, и вот не поверите, вот из таких нарушений стратегии, из них и складываются сливы. То есть, казалось бы, мы должны открываться только когда появилась первая точечка, то есть не через 10, не через 20 секунд, а открыться сразу, чтобы это работало. Но когда я вот так вот начинаю, о, точечка, быстрее открыться там, иногда еще открываюсь на второй, на третий, отсюда и рушится система. И помните, если вы торгуете не по системе, если вы нарушаете правила, вы можете сегодня просто сказать: ой, да пофиг, короче, я сегодня играюсь. Все. Это не приведет никогда к успеху. Так, сделочка у нас заходит в плюсик. И дальше начинаем просто смотреть по активам, где есть у нас точечки. Так, приготовлю сразу мышку на повышение, просто посижу несколько минут, подожду. Подожду, пока у нас появится эта точечка. В общем, что я вам говорила про систему? Вот у вас есть стратегия, у вас есть конкретные шаги, как зарабатывать. И должна быть дисциплина, то есть большие деньги зарабатывают дисциплинированные люди. Да, вы можете мне сказать, типа, вот ты недисциплинированно зарабатываешь большие деньги. Я снимаю контент, вы должны это понимать. То есть одно дело, когда вы просто сидите у компьютера и торгуете, и просто вот по ступенечкам зарабатываете больше, больше и больше. Другое дело, когда вы там публичная личность, которая что-то показывает. То есть мне нужно показывать экшен. Но да, я когда самостоятельно торгую, я тоже не совсем дисциплинированная. Но я ничем, по сути, не рискую. Ничем не рискую в плане того, что я уже давно миллион раз отбила все деньги, вложенные в БО. У меня этот доход подстрахован там рефералкой. Если ваша цель зарабатывать на БО, вы должны просто себе вбить в голову, что первое, что вы должны сделать, это научиться быть дисциплинированным. Конечно же, я вам ничего не скажу, когда вы там за год заработаете, давайте по 100 тысяч в месяц. Получается, 12 тысяч долларов за год вы заработали, там уделяя этому 20 минут времени в день. И через год начинаете вытворять что-то, исполнять, я вам ничего не скажу, потому что вы уже заработали, вы уже отбили. Но сейчас наша с вами задача не рисковать ни одним долларом из своего кармана, просто там нарушая правила и надеясь на какую-то удачу. Также вы должны понимать, что на подобные стратегии нельзя заливать огромные суммы, по той причине, что если бы просто по точечке можно было понять, куда пойдет цена, все бы были миллиардерами долларовыми. Разорились бы все просто брокеры бинарных опционов, потому что им не выгоден ваш заработок. И вы просто можете открываться по минималочке. Тем самым вы смотрите на графики, и ваше подсознание просто запоминает движение этих графиков. Первое, что, конечно же, вам нужно сделать, это проверить данную стратегию на демо. И вообще, запомните такую вещь. Не надо верить всему, что вам говорят в интернете. Проверяйте это на демо-счете. Я вам про нее рассказала, я вам ее показываю. И теперь уже... Блин, да где точечка эта гребаная? И теперь уже дело за вами. Вы можете, кстати, сидеть вот так вот, выжидать эту точечку, которая скоро должна появиться. Можете просто сидеть, переключаться по активам. Но мне, в принципе, хочется с вами поболтать, поэтому... Я могу и посидеть. Хотя я уже с этой деятельностью посидела в свои 26 лет. Тоже, кстати, минус бинарных опционов. У меня уже складывается впечатление, что не дождусь я эту точечку. Давайте я, наверное, до конца этой свечи подожду. И попрыгаем по активам. Ищем... О, точечка! Вот она, наша родненькая. Парам-пам. Вот сейчас даже я не проверила активы, которые у меня закреплены в избранном, и просто открылась на 30% доходность. То есть целую минуту я сейчас буду сидеть ради 3 долларов. Рискую десяточкой, между прочим. И тоже по математическому ожиданию... Надо понимать, что этот вариант не выгоден. Чтобы не усложнять, скажу просто. Выбирайте активы от 70%.
доходность, но при этом никогда не берите активы с самыми высокими процентами, потому что не просто так там эти проценты высокие. Так, здесь у нас идеальный плюс, мы закрываем этот актив и начинаем искать дальше. Так, две точечки вверх. Вот эта ситуация, я надеюсь, будет сейчас указывать на разворот. У меня даже есть предположение сейчас, что я, походу, буду догон открывать. Но опять, вот я просто нарушаю правила. Просто, вот зачем я это делала? Но я торопыга. Я вот тороплюсь. То есть, из-за того, что у меня сумма сделки стоит только $10, у меня подсознание думает, блин, мы сейчас так мало заработаем, да как так? То есть, если бы я сейчас открывалась долларов там на 300, на 400, мне было бы легче искать идеальные ситуации, потому что с учетом того, на какие суммы я совершаю сделки вообще на БО уже столько лет, мой мозг не воспринимает уже вот сделку в $10, так скажем. И это тоже стрёмно. То есть тело вашего депозита должно быть таким, чтобы не давить на ваш карман, но и при этом не самым маленьким, чтобы вы не относились к этому как к игре. Давай, 8 секунд осталось. Вот нахрена я открывала этот догон. Я разочарован. Ищем мы с вами дальше актив. И сейчас нам надо открыть, наверное, одну сделочку на 40 бакинских. Точечка! Вот она. Ой, я же на 40 хотела. Так. Низковато открылось, но есть у меня предположение, ощущение, что сейчас будет плевочек вниз. Просто по той причине, что если посмотреть на прошлые ситуации... О! Вот он. Если бы я сейчас вам не стратегию показывала, я бы здесь на повышение открывалась. Потому что видно прям уровень. Вот. И если мы смотрим на цикличность рынка, если мы смотрим на прошлые ситуации, мы можем прям сразу видеть, какая свеча сейчас будет. То есть неоднократно в прямом эфире я говорила, сейчас там будет зеленая свеча минутная, а потом будет там красная свеча. И люди такие, как ты это угадываешь? Все очень просто. Нужно просто сидеть вот так вот часами первое время, когда вы только пришли в БО, и прокачивать насмотренность от графиков. И дальше вам подсознание уже будет выкидывать просто информацию, от которой вы будете в шоке. Отлично! На этом, я думаю, можно фиксануть прибыль. Сейчас минут за 10, за 15 я заработала $30, с учетом того, что у меня сделка всего $10. И знаете, в чем прикол? Что так может каждый из вас. То есть, если мы говорим о таких маленьких суммах, там, как $30 за час даже, давайте возьмем не 15 минут, а просто вот это время, которое я вам показала, увеличим в 4 раза. $30 в день за час, я думаю, что для многих это неплохие деньги. Вот. Но я тоже проходила путь новичка, я тоже проходила вот этот вот кураж, когда, о, прикольно, уже $30 в день получается зарабатывать, но хочется больше, это же большие бабки. Вы должны понимать, что там, где большие бабки, там большие риски. Поэтому я вам очень сильно рекомендую подходить к торговле на БО с умом. Помните, как бы вы можете здесь реально много зарабатывать, но делать это будут только 5% из вас. В общем, на этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!